каким женщинам часто возвращается мужчина? С вами на связи Викана. Это не магия, это реальность. Бывшие жены. До половины возвратов мужчин, которые уходят из семьи, в итоге возвращаются к своим бывшим супругам. В большинстве случаев мужчина просто убегает от новых проблем, но возвращается к привычному быту, комфорту и уюту. Женщины-жертвы, к ним тоже возвращаются мужчины. Рядом с такими женщинами мужчина может реализовать свое мужское начало и почувствовать себя защитником и спасателем. Неудивительно, что к таким женщинам мужчина часто возвращается, конечно же. Также возвращается к беззащитным, удобным и домовитым мягким женщинам. Те, с которыми мужчина всегда будет накормлен, постиран и сыт. Те, которые превозносят своего мужчину, во всем ему угождают, потакают и никогда ему не перечат. Самодостаточные женщины. Вот туда мужчины часто тоже возвращаются. Это женщины, которые сами не пропадут и мужчину вытащат. Мужчины в таких женщинах привлекает независимость и невозможность их завоевать. Конечно, инстинкт охотника постоянно прогрессирует, а это азарт. Также женщины, которые примут мужчину, несмотря ни на что. Это еще одна популярная тема, когда женщина считает, что в доме должен быть хоть какой-то мужчина. И вообще наличие мужчины – это уже достижение. Стоят ботинки у входа – это уже прекрасно, мужчина в доме. Остальное не важно. Но самое важное в том, что мужчины в таких отношениях ни во что не ставят своих женщин. Часто изменяют и не всегда возвращаются в эти отношения. Ну, о каком счастливом браке либо отношениях здесь может идти речь? Конечно, ни о каком. И это нужно знать, мои дорогие.